Магазин Победы, видеообзор на ноутбук Ирбис. Собственно, внешнего состояния внутреннего корпуса у него хорошее, есть незначительные потертости. Экран абсолютно целый, следов выгорания нигде нету, белых следов, засветов нет. Так, сейчас командой MS-Info 32 мы можем посмотреть характеристики ноутбука. Intel Celeron 3350 стоит, объем оперативной памяти 4 гигабайта. Видеокарта у него встроенная. Графический процессор. Intel Visual Graphics стоит. Ноутбук полностью работоспособный. Подключен к Wi-Fi. Интернет он видит хорошо. Звук работает у него исправно. Ролики прогружаются. Ну и с помощью программы KeyTest мы можем проверить работоспособность клавиатуры. Собственно, все клавиши, которые есть, работают. Просто немножко обозначается по-другому. Собственно, на корпусе крышки у него есть царапины. На донышке тоже есть царапины. В комплекте к нему идет только зарядное устройство.